Нет наркотикам. В Карачаево-Черкесии стартовала серия акций, пропагандирующих здоровый образ жизни. Участвуют в них психологи, педагоги и аппарат региональной антинаркотической комиссии. Один из пунктов профилактической работы – анонимное тестирование на наркозависимость школьников от 13 до 18 лет. Напомню, что несовершеннолетние в возрасте до 15 лет проходят такое тестирование только с разрешения своего законного представителя. Ну а потом подросток уже имеет право самому решать, хочет ли он проходить этот тест. Первый этап – это социально-психологическое тестирование. Второй – это уже непосредственно наше медицинское тестирование с помощью экспресс-метода. Третий этап – это подтвержденные в лаборатории, то есть отвозим в лабораторию в нашу химико-токсикологическую. И в дальнейшем уже, если у нас есть положительные результаты, мы созваниваемся с законными представителями детей, и в дальнейшем уже с ними проводят работу наши психиатры-наркологи. Основная работа нацелена, конечно, на молодежь, чтобы не допустить ее к нанесению вреда себе.